Здравствуйте. Телеканал «Кубань-24» начинает прямую трансляцию с главной городской площади Краснодара. Здесь построены парадные расчеты, принимающие участие в прохождении войск Краснодарского территориального гарнизона. Оно посвящено 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, нет здесь сегодня зрителей. Пандемия вносит свои коррективы в По площади движутся пусковые установки тактического ракетного комплекса «Точка-У». Комплекс «Точка-У» предназначен для эффективного поражения точечных и малоразмерных важнейших целей в тактической глубине войск противника в любых погодных условиях и в любое время суток и года. Дальность поражения ракетами комплекса составляет 120 километров. Боевые части применяются в фугасном, кассетном и специальном снаряжении. Время до нанесения удара с марша составляет 16 минут. Завершает прохождение механизированной...